Здравствуйте! Если вы владелец Raspberry Pi и интересуетесь компьютерным зрением, то это решение для вас. Мы предлагаем комплект, в который входит насадка на родную камеру Raspberry Pi, а также карточка microSD с полностью настроенной операционной системой для Malinky, на которой же установлено все необходимое для работы с компьютерным зрением. Установка насадки занимает всего 2 минуты. То есть устанавливается камера на устройство и закручиваются два винтика, которые идут в комплекте. После этого вы сразу можете начинать эксперименты со стереозрением. На карточке также есть обучающие программы. С их помощью вы можете пройти все этапы, начиная с настройки камер и заканчивая построением карты глубин. Посмотрев исходники программ, вы сможете разобраться в тонкостях работы системы и создавать свои программы для решения уже ваших задач. Также отмечу, что программа написана на скриптовом языке Python, что позволит разобраться с ними даже тем, кто не силен в программировании на C или C++. Все обучающие примеры сделаны на основе классических функций OpenCV. Это значит, что если вы в будущем решите делать профессиональное решение на серьезном железе, вы сможете использовать все свои наработки. Комплект можно заказать уже сейчас.